Ну, мы просили так. Пожалуйста, кто не попрощался, подходите, прощайтесь. Пусть поухаживает. В одном утробе лежали. Пожалуйста. Что ему не хватало? Все у него было. Все положили. Все положили. Может, кто-то хочет сказать слово доброе. Ну что сказать, Дима? Ты очень рада. Как тяжко тебе такое? Может, ты тяжко тебе хранить. Зачем ты это все? Ой, лапонька, у него слезы на глазах. Лапочка ты. Хороший ты был мужичок. Ну не надо ж так рано было уходить. Как теперь улица без вашего юмора? Не говорить, осиротели, осиротели. Кто, нас будет кому останавливать каждый день. Кому утром здрасте сказать? Кому? Кто первый? Только Дима. Дима парень. Никто не проходил, чтобы он не спросил, куда, зачем. А в 14 году вся политинформация, весь плачок, все собирались уже. Я его хотел квартальным сделать улицу. Говорит, ты все про всех знаешь, лучше, чем Нина Сергеевна. Куда он тебе адрес назвал? Ты знаешь, куда он всех направлял. Вот такого малыша я его видела. Я на тебе
прощаться, что надо на. Вы же говорили, что два конверта лежало. Да, два конверта. Выбирай жениха. Пришла, помнишь, а ты там, ты такой же, как вот. Вышла пара. А как вы могли помнить, какой он конверт? Слышишь, в этом домике, вот здесь сейчас, вот это маленьком, пришла Анна Кирилловна, Валя, иди выбери себе жениха. А Валя 4,5 года, все взрослые. А вы точно 4,5 года старше? Да, я старше. Ага. А что это уже мало? Я говорю, а кто ж? Как их зовут? Выбираю. Один Юрка, другой Митька. О, Митю. Митя, по жизни, все время. Помнишь, Юра, как вы меня оберегали, да? Ко мне кавалеры, они ни в какую, и выкуп просили. Они, наверное, до Киева встали. И он говорил... Это Альберт приехал, пришел ко мне в кино приезжать, а он с ним. Он говорит, Дим, ну ты ж стрелец и лишний. Он говорит, вот ты и лишний. Ага. Моя лапочка, дорогой ты мой. Ну я ж никогда не думал, что так. Просто там, уйдешь, с тобой, да? Не только вот этот конверт выбирал, я не хочу с тобой прощаться. Зачем ты уходишь? Я говорю, тут земля тебе будет плохо. Хороший ты мужик был. Очень, очень много связано, очень. И учил меня водить машину. И, я не знаю, ну, близкие люди, ну, близкие, понимаешь? Вот соседи, самые близкие порядочные, самые близкие порядочные. Я так понял, как вам тяжело. Я так понял, вы так и не научились, да? Нет, водила я машину, да. Ну, я с ним... Просто он меня тоже учил. А, с ним в аварии? Я подумал, что лучше мне пешком ходить. Он мне говорит, жми на газ, а я жму, а надо было... Сцепление мягче отпускать. Куда ты дергаешь сцепление? Мягче отпускаешь. Ну почему так? Ну что? Ребята, ну что сказать, понимаете, жизнь, она такая и есть. Человек рождается, чтобы умереть. Никуда не денешься. Есть биологический век. Сколько надо, столько он проживет. И как бы вы ни боролись, как бы вы ни спасали, ну уж вам-то говорить не надо, вам сколько, вы сколько уделили внимания, тепла и забот. Но нет, нет, жизни нет. Жизнь ушла. Ушла. Ну, извини, прости. Мэр, вам слово. А? Ладно. Давай, вы молодец. Мэр, от нашей улицы, от родственников, от близких, от соседей. Вечная память. Вечная память. Да. Скорбим. Любим, помним и будем помнить, потому что это одно целое. Юрочка, а тебе крепись. Дети мои, соболезнуем. Все мы, кого здесь нету, тоже тяжело утрата. А то, как вы бились, мы все это знаем прекрасно. Мы тоже только в душе все это переносили. Но мы никогда не думали, что он так рано уйдет, я вам искренне скажу. Когда последний раз приехали, вот так он как цепился за руку. Я говорю, как дела? Он... Он уже не говорил, он же хрипел. Креститесь, соболезнуем. Передавай поклон всем. И мамочка забрала, а может быть, что Бог распоряжается. Да. Мамочка забрала. Вот, крепитесь, он пришел сюда домой к маме. Пришла и во время, ребята. Да, вечных это людей это нету, но жалко, обидно, что очень рано. Да. Еще жить и радоваться. Еще и внуков, и правнуков. Пусть теперь дети, внуки живут из-за чем отца, из-за дедушки. Ты что, дольше прожить? Да. А ты, Юра, не подводи, ты у нас сейчас самый старший, один на всех остался. За двоих, да. Вот, не подводи нас. Не подводи, крепись, держись, следи за своим здоровьем. Мы тебя поддержим, дети. Он если бы слушал, что мы ему все говорили, а он не слушал. Он так точно меня бы убил, Паша. Да, не никогда. Он не думает, что больница... Все не правы, один он прав. А если бы вовремя вот сюда, и было бы нормально. Не, он, я таблетки. Я ему что-то говорить. Ой, а в судьбу не уйдешь. Валечка, но все равно он боялся этой больницы. Нет, ну, хоть на 5 лет бы мог. Сердец он опять. Где таблетки? По сути, таблетки. Надеялся на таблетки. Держитесь, дети, крепитесь. Мы все собрались. Да. Только с вами останется. Чем больше вы будете жить, вы будете отца помнить, как никого ближе. Ближе у вас никого нет. Ой, жалко. Все, любимый. Да, мне сказали. Я знала его жену, Рим, Богодрова. Я знаю, сколько она молилась за него, чтобы он был в числе спасенных людей. И она вымолила его у Бога, и он покаялся перед своей смертью. И в Библии написано, что всякий, кто покается, будет воскрешен для жизни вечной, когда Христос придет на нашу землю. И есть надежда, когда придет Христос на землю,
Он будет воскрешен. Будет жить. Нужно верить в это, надеяться на эту встречу. Пусть вас всех Господь благословит. У каждого есть надежда. Спасибо. Ну вы говорите. А что мне говорить? Просто попрощайтесь. Я закрыл. Еще. Игорь Васильевич, вы не переживайте, не переживайте. Устраивается. Вместе все время были. Давайте накрывать. Подожди. Я думаю, держать на солнце тоже. Обычный человек, видящий, вам решать. Пусть полюбуется солнышко. Он очень хотел жить, но так получилось, надо было вовремя раскаяться, но раскаялся уже в самом конце. И мы надеемся и верим в это, что он обязательно поднимется, и будет прекрасная встреча, Господь все приведет нас вместе в свое царство. Чем-то виновным. Да. Он, дай Бог. Он, дай Бог. Так будет. Да. Потому что я этого хочу, и он этого хотел. Он говорит, что Нина, я тебя так люблю. Я говорю, Дима, и я тебя так люблю. Я верю, что это любовь Божья, которую Бог дал нам. Она нас обязательно соединит там. И больше нет. Он честнейший был, порядочный был. Команда же. Нет, ну вы же сказали, правда. Кто-то может не может сказать, но в душе. Развязали руки, ноги, руки сама. Развязали? Да, развязали. Сережечка. Давайте мы посыпаем. Не, сначала он, а потом мы. Если вы хотите посыпать, ну. Ну так с бабушкой делаем. Подходите по кривой. Сладких снов. Оксана, что там хлеб, соль, что? А сегодня?
Это есть надо? Мама, ну что ты есть? Оксана, да, это она есть? За землю обязательно спрашивает. Это первые подкомины называют. Хлеб. Она за землю спрашивала, Кин. Макайте, мне хорошо. Ага, я двигаю. Макайте, макайте. Я не знаю, где он делал. Кто кинул? Подходите, хлебушек, поминайте. Старичка вот. Я сейчас оторву. Не поняла. Еще, и вот мне кажется, до сих пор не поняла. Вот когда я покажу, вот она уже сейчас смотрит на меня, и уже пытается вспоминать. Мне кажется, когда она заходит, там, Кому еще хлеб? Смотрит на меня. Уже узнает, улыбается. Не поняла, если рано ребенок? Нет, просто все я баба, понимаю. Не смириться с собой, да? Жизнь, смириться мне же как-то, ты же знаешь, а возраст всегда как-то, ну, не страдала. Просто что вот не верится, что это есть, нет, да. Без разницы. Знаешь, этот комочек такой же бредный, как Артем. Уже достает эти... Ну, ну что, если она такая же... Рита была спокойна, а она вся в Артем. Она спит, плачет все время. Да? Он же как раз перед... Видишь нас всех здесь сейчас, присутствует среди нас, видишь, как мы тебе красиво сделали, увековечили тебе твою память. Все. Спасибо, что я уже была. И потом он сказал, а мы все сделали. До завтра, дети.